Всем привет! Ну что, обещанная мной бьюти-рубрика уходовых средств для лица, которые я использую летом. Марка новая для меня, это Сибирина. Абсолютно натуральный состав, практически во всех средствах с 100% натуральным компонентом. Огромное количество положительных отзывов на маркетплейсе, но я действительно не смогла пройти мимо. Итак, продукт номер один, это супер крутая вещь, пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и витамином С. При использовании этой пенки образуется такая текстура, которая оказывает даже массажное действие, потому что это лопается, очень приятное ощущение. Прекрасно смывает макияж и загрязнение, которое получила ваше в течение дня. Экономичный флакон, так как у нас есть продукт Сибирина, вот такая вот защитная наклейка, если она целости, сохранности, то соответственно, и еще никто не пользовался и не срывал. В общем, рекомендую, никакой сухости после применения вы не ощутите, потому что у меня чувствительная кожа, и на самом деле эффект просто вау. Ну, моя супернаходка – это скраб сочная малина. Основным компонентом является сахар. Он отшелушивает просто превосходно. При этом при всем очень мягкий и нет ощущения опять сухости, такого вот стянутости, кожа становится более нежной, увлажненной, и при нанесении помады после использования непосредственно.